Большой мусорный контейнер, как и тара для раздельного сбора мусора, переполнены. Отходы вываливаются на землю. Разрывая пакеты, бездомные собаки подбирают съедобные фрагменты отходов и растаскивают их по округе. Так выглядит мусорная площадка в поселке Мехзавода. По установленному закону, контейнерные площадки не только должны быть огорожены и иметь твердое бетонированное покрытие, но и сами мусоросборники должны быть закрыты, находиться в исправном состоянии. Периодичность вывоза мусора строго регламентируется. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, нельзя допускать загнивания и разложения бытовых отходов. Но учитывая то, какой аромат исходит от этого контейнера, можно сказать, что правила не соблюдаются. В холодное время года при среднесуточной температуре от плюс 5 градусов и ниже вывоз мусора должен осуществляться не реже одного раза в трое суток. В теплый же период при среднесуточной температуре свыше 5 градусов мусоровозы должны вывозить отходы ежедневно. Местные жители говорят, что здесь стандарты регулярно нарушаются. От переполненности контейнеров мусор некуда складывать, им завалена вся площадка. Кроме того, выпавший из контейнеров мусор, помимо санитарной опасности, представляют угрозу здоровью и жизни граждан. Очень приятно, когда гора мусора и невозможно подойти. Какая-нибудь бабушка условно подойдет, здесь скользко и пакеты накиданы. Не очень удобно. Постоянный этот мусор, они не вывозят. Местные жители говорят, что неоднократно видели, как при попытке выбросить мусор здесь падали люди. Подходя к контейнерам вплотную, они либо спотыкались об мусор, либо подскальзывались, ведь баки для отходов стоят не на бетоне, а на льду. Из-за того, что мусорная площадка расположена рядом с дорогой, при падении люди зачастую скатывались на проезжую часть. По сообщениям очевидцев, серьезных травм рязанцы пока не получили. В то же время ликвидировать хотя бы одну проблему региональный оператор обязан – вовремя вывозить наполненные контейнеры. Тем более, подъезд к ним не ограничен. Одновременно с этим, по закону, за самой мусорной площадкой должны регулярно ухаживать представители хозяйствующего субъекта, отвечающего за данную территорию. Ими могут оказаться сотрудники управляющей организации или ТСЖ. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».